Виртуальный университет или новая форма получения высшего образования. Скоро красноярцы смогут учиться, что называется, дистанционно. Сейчас новый образовательный проект активно обсуждают в стенах законодательного собрания края. Главный плюс такого обучения в том, что студенты смогут слушать лекции самых лучших преподавателей мира. Это позволит расширить возможности получения знаний. Разработку уже назвали мегапроектом, который рассчитан на 5-7 лет. Это объединительная тенденция. Речь идет не об одном юридическом лице, но тем не менее объединительная тенденция применительно ко всем вузам, независимо от их ведомственной принадлежности. Эпоха хуторского высшего образования заканчивается.